нас возникла небольшая проблема. У нас второй диффузор отклеился. Вместо 8-й Y-Phone Lite. Мы все наши портативные колонки искупали в реке. Я подготовился. В колонке пока еще нету заглушек, поэтому так постараемся сделать. Конечно, это будет очень громко, потому что без регулятора ее включать очень опасно. Потому что китайская девушка очень громко всех приветствует и говорит, что Bluetooth-соединение обнаружено. Давай наяривай, быстрее. Ну а теперь мы включаем музыку и наваливаем басуху. Обзор на эту колонку есть на канале. Есть несколько видеороликов, как она играет, как она уничтожает Уралы, 4, 5 и все, в общем. Колонка позиционируется как аналог бумбокса 2. Она играет ниже, пока пищалок нет, она особо не играет выше, но в принципе более-менее аналогично играет. Ну, по весу она намного легче, она 5200 весит, при этом аккумулятор здесь в 5 раз больше, чем в бумбоксе. Поэтому ее можно не заряжать просто месяцами. Скоро пересоберу здесь аккумулятор, он будет еще больше емкости и будет добавлен слоты для зарядки телефона. То есть эту колонку можно будет полгода, например, вообще не заряжать. Ну а теперь включаем музыку и купаем ее. Я надеюсь, что колонка выживет. А вы ставьте лайки, дизлайки, посмотрим, как же колоночка себя поведет в воде. Также в комментарии напишите, выдержит ли колонка это испытание. Делаем ваши ставки, господа. Вот она колонка, она не погружается под воду, а значит Bluetooth с ней не отключится. Ура, учитесь! Thank you.
нас возникла небольшая проблема. У нас второй диффузор отклеился. Я надеюсь, что воды не особо много попало, потому что там, в принципе, шайба находится. Шайба одотканевая, она воду пропустит. И мы, в принципе, вот эту пассивку потом открутим. Посмотрим, сколько там воды. Но это, в принципе, оно клеится моментом. Ну, а так, на динамике есть подменный фонд, мы их запросто можем поменять. Просто, похоже, ну, форма диффузора не рассчитана на поток воды, поэтому его просто, ну, отлепило. Ну, это мы сохраним, сейчас попозже отремонтируем. В общем, что у нас случилось? У нас отклеился диффузор второй. Он специально тут стоит для увеличения высокочастотного диапазона, то есть динамики сами по себе играют до 16 кГц. Но это мы, в принципе, подклеим. Единственная опасность — то, что вода могла попасть в корпус. Также у нас в слот под аккумулятор тоже попала вода. Здесь напряжение 21 вольт. В принципе, я могу трогать это напряжение, не смертельное, но пощекотать нервишки может. Остальные органы управления никак не затронула влага. Просто я потерял где-то заглушку, было отдельное под питание. Ну а так, в принципе, колонка справилась, на мой взгляд, лучше, чем Уралы. Да, потопить мне ее не удалось, потому что, блин, у нее очень большая емкость. Погрузить под динамики очень тяжело, я просто всем весом почти напираю. Я боюсь просто поплавать вместе с ней в этой воде, а вода очень холодная. Делаем ваши ставки, господа. Сколько же воды успела набрать в себя колонка? Там где-то трек, я слышал, то, что где-то что-то звенит. Оказалось, это диффузор отвалился. Ну ладно. В принципе, это логично, потому что катушка частично бумажная. Бумажная на ней основа. Она, похоже, размокла. И как бы диффузорчик аккуратненько так отклеился. Но мы это решим. Что-нибудь обработаем. Все очень плотно сидит, поэтому... разобрать. Ну да, есть немножечко воды. Сейчас я оператору подсвечу. Видно? Вот чуть-чуть воды. Как раз, наверное, попало через динамик. Ну, аккумулятор чуть намок, чуть не усилитель сухой, в принципе. Что вот, что у нас находится внутри колонки на данный момент. В принципе, сейчас воду просто лишнюю сольем. Давай, 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 давай. В принципе, ее поставить, посушиться, и ничего ей не будет. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать больше новых видеороликов. Не забываем смотреть в описании. Там очень много полезных ссылочек, особенно ссылочек на донат, чтобы мы делали больше таких интересных колонок, которые не уступают JBL Boombox. Не забываем писать комментарии, понравилась ли вам колонка, успешно ли она прошла тест. На мой взгляд, в принципе, успешно. Конечно, все вот эти косяки мы исправим. В принципе, все это дело можно будет доработать, и колонка будет просто неубиваемая. На самом деле был 108 и Грифон Лайт. Всем удачи. Пока.